Всем привет! Разрослись у меня розы. Их нужно срочно переварить, а то они у меня просто... Здесь вот уже вот бутон набрала. Здесь вот у меня розочка распустилась такая. Они прям у меня уже... Корешочки видны. Сейчас я их пересажу чуть побольше в горшочки. Вот такие горшочки. Им достаточно будет. На дно керамзит обязательно. Грунт я купила специально для розы. Сейчас схожу за ним. Такой грунт хороший. Чуть добавлю осмокота. Ну, начнем вот с этой. Методом перевалки. Ой, они у меня тут давно сидят уже. Вот. Корневая у них хорошая, видите, уже у меня в дренажное отверстие стали вылазить. Не намного большой горшочек, достаточно. Прекрасно. Я их поливаю каждый день, наверное, даже утром и вечером. И они у меня стоят, я вам покажу в конце, как они у меня стоят и где. Я их не опрыскиваю. У них хорошо и так, как бы, и если вот их начать опрыскивать, у них потом на листьях появляются пятнышки такие коричневые. Я их просто поливаю без опрыскивания. Хорошие кустики, конечно, разрослись они у меня. Тоже постоянно цветут. Побеги вытягиваются, но я пока их не хочу обрезать, пусть они такие будут. Конечно же, розы любят солнце, но я их в полуденные часы притеняю жалюзи немного, чтобы они, потому что когда сильно прям солнце на них падает, они также начинают немножко вять. Вот видите, вот здесь вот листочек немножко свернулся из-за того, что солнце. Но опять же, если солнца им не будет хватать, они не будут цвести. То есть вот такие вот они. Их очень любит паутинный клещ, но у меня до них не добрался. У меня, видимо, он весь на плюмере живет. Так что ему розы не интересны после плюмерии. Ну вот вторую сейчас красавицу перевалю. Так что добавлю осмокота немножко. Корневая вообще отличная. Ох, это у меня не было.
залазит. Ну, здесь тоже спалец, наверное, земли подсыпать. Красивый, конечно, цветок роза, такой нежный. Сейчас я их сношу в душ, обмою за одним горшки и их полью, потому что они у меня прям такие, знаете, сухие. И ничего страшного, даже если на цветы попадает вода. Ну, конечно, нежелательно, но там всего у меня 2 цветочка. Ну, если так, как бы, все равно же дождь есть на улице. Также попадает, ничего страшного. Ну вот, их накупала. Теперь я унесу их на место. Ну вот. Они у меня стоят вот в таком поддоне. Там керамзит. И я всегда, у меня там вода. Это чтобы им влажность была здесь. И вот сейчас я их сюда и поставлю. Ну все. Всем спасибо. Пока-пока. Ставьте лайки и не забывайте подписываться на мой канал.